Как эффективно и безопасно снижать вес? Как вес удержать? Как разработать свою систему питания, чтобы было и вкусно, и не в ущерб здоровью и внешнему виду? Почему люди болеют? Можно ли избавиться от хронических заболеваний самостоятельно? Где брать энергию для жизни? Как оставаться молодым, здоровым и активным даже в пожилом возрасте? Подписавшись на мой канал, вы не только найдете ответы на эти и многие другие вопросы, но и получите возможность общения как со мной, так и с другими людьми, которые самостоятельно прошли путь оздоровления при помощи естественных методов. Здравствуйте, меня зовут Бая, мне 57 лет. Я консультант по вопросам питания и член международной организации натуропатов и диетологов. Мой рост 170, вес 55, у меня двое взрослых детей, муж с большой буквы, любовь к спорту и писательству. А еще мы строим дом в деревне, держим пасеку, немецкую овчарку, сад-огород, ведем здоровый образ жизни, и об этом я тоже рассказываю на своем канале. А 4 года назад мой вес составлял 78 килограмм. Я имела кучу болячек, страдала от климакса, обжорства и протирала толстой задницей диван. Благодаря знакомству с натуропатией и методикой очищения Марвы Оганян я круто изменила свою жизнь и даже поменяла профессию, выбрав натуропатию не только увлечением, но и делом своей жизни. Консультирую людей, которые так же, как и я, ищут здоровье не в поликлиниках, а в своих собственных возможностях. Подпишитесь на мой канал и расскажите свои истории оздоровления или хотя бы попыток оздоровления. Возможно, смогу помочь советом.